Во имя Аллаха, дамы и господа, для меня большая честь обращаться к нашей аудитории, к Московскому экономическому форуму. Сегодня я хочу выступить как член исполнительного комитета по ресурсам и национальному развитию Исламской Республики Иран. Страны БРИКС представляют собой объединение наций, которые возникли как выражение экономического потенциала и геополитического влияния. Эта группа стран имеет возможность поддерживать принципы конкурентоспособности, конкурентности и поддерживать экономическое преимущество этих стран, а также торговлю по оптимальным условиям для всех участников. Страны БРИКС представляют собой группу стран, которая производит около 30% ВВП от всех стран и где-то 40% от населения всех стран. И страны БРИКС являются очень влиятельной группой в мировом финансовом отношении. Исламская Республика Иран нацелена на то, чтобы играть роль на самом высоком уровне в экономическом сотрудничестве и финансировании между странами БРИКС. Самая главная цель – это чтобы страны-члены БРИКС увеличивали объем международной торговли и международного сотрудничества. Дамы и господа, Исламская Республика Иран имеет особое географическое положение как мост между Востоком и Западом. Я представлял иранский фонд с размером ресурсов на сумму 150 триллионов долларов. И мы являем собой крупную систему межбанковского обмена, и возможность торговли между странами членами БРИКС будет обеспечена национальными валютами тех стран, которые в ней участвуют, и, соответственно, финансовым и экономическим подъемом стран-членов. Фонд национального развития Ирана готов сотрудничать для того, чтобы такая система была установлена. В этой связи Исламская Республика Иран стала членом БРИКС плюс, группы БРИКС плюс, для того, чтобы развивать партнерство и реализовывать те возможности, которые дает членство в этой группе, а также избежать однополярного мира и однополярного влияния на финансы, экономики и торговлю между странами. В настоящее время в рамках международного сотрудничества между Россией и фондом прямых инвестиций наш фонд национального развития Ирана подписали меморандум о сотрудничестве и меморандум о конфиденциальности. Мы также обсуждали и рассматривали модели инвестирования и достигли понимания по проектам и по этой модели инвестирования, которая была бы оптимальной. В настоящий момент российская сторона уже представила свое видение этого проекта, и мы также собираемся представить этот проект российской стороне, наше видение уже, и мы оценили его, чтобы уже внедрить после окончательного утверждения. Я надеюсь представить этот проект российской стороне к концу августа.
Кроме того, что касается нефтепереработки, у нас тоже есть отдельный проект по этому вопросу. Мы представили его совместно с Бразилией. И планируется, что этот проект будет развиваться, особенности в этом летом, когда планируется визит руководителя этого проекта в Бразилию. Национальный фонд развития Ирана готов сотрудничать со всеми группами, со всеми заинтересованными сторонами в странах БРИКС плюс. Еще одна альтернатива развития, и это кредит, который кредитование со стороны Национального фонда развития Ирана. И Иран готов предоставить кредит тем закупщикам, которые будут покупать оборудование и машины, станки, оборудования из Ирана. Для этого Фонд национального развития Ирана финансирует до 85% закупок путем депозита средств в иранских банках. Дамы и господа, в конце наш фонд национального развития готов устроить и организовать встречу между заинтересованными сторонами, инвестиционными фондами, которые работают в странах БРИКС плюс, чтобы подумать, какая модель совместного инвестирования может быть наиболее оптимальная и как наиболее эффективно использовать возможности стран-членов. Большое вам спасибо за внимание.